Итак, мы продолжаем разговор о манускрипте Войнича, а конкретно о ботанике и физиологии растений, которая описана в данной рукописи. Но прежде всего мне хотелось бы вспомнить один вопрос. Кто написал манускрипт Войнича? И сейчас вы видите на экране приближенный портрет человека, который, собственно говоря, водил пером, создавая данную рукопись. Чтобы провести параллель между этим рисунком и кадрами из мультипликационного фильма, но прежде всего хотелось бы сказать, почему были выбраны эти кадры. Дело в том, что этот человек очень внешне похож на данный сказочный персонаж. Именно внешне. Рост у него примерно был 160-165 сантиметров. Тоже ходил в черном сюртуке. Имел седые волосы, бородку и высокий лоб. Конечно, назвать его имя практически невозможно, но если, может быть, найдутся историки, которые по внешнему виду определят, кто это был за человек, хотя это довольно-таки сомнительно. Сразу может возникнуть, конечно, вопрос, откуда мне известна внешность данного человека, но я думаю, что на этот вопрос можно будет ответить, когда речь пойдет об методе изучения манускрипта Войнича. А сейчас продолжим разговор о ботанике и физиологии растений, которая описана в манускрипте Войнича. Итак, на страницах 88-102 манускрипта приведены описания органов растений. Из всех изображений 180 рисунков подписаны автором манускрипта и имеют название. Некоторые из них не подписаны, но идет общее описание группы органов растений. Разберем несколько изображений органов растений и сделаем их перевод. Страница 88R манускрипта Войнича. Здесь изображено растение и дано название О-пу-ба. Как мы знаем, сочетание ба обозначает оболочка формы тела. О-пу – опушение. Вот и получается простой перевод – опушенное тело. А если по-ботанически, то опушенное корневище. Следующее растение имеет очень интересное название. А соответственно и перевод. Смотрите на экран. Название Эфриов. На первый взгляд кажется, что название не поддается переводу. И в то же время улавливается что-то знакомое. Вот смотрите. Эфриов. Еще раз на экран. И разберем это слово по сочетаниям. Эфри. Свобода. И теперь, когда мы знаем перевод данного сочетания, сразу вспоминается слово «фривольный» или «freedom». И русский и английский язык уже подсказывает нам перевод данного сочетания. «Эфри» – «свобода». Теперь сочетание «ов» – «выступ». И если соединить данные сочетания, получается «свободно расставленные». А теперь смотрите на экран. Что это напоминает вам? Вот вам и результат. Вот следующее изображение. И название О-пу-ба-ву. Сочетание АПУ уже известно нам. Опушение БАВ – коготь. А далее вступает в силу особенность образования слов в языке манускрипта Войнича. Буквенный символ У обозначает продолжение. А продолжение когтя – это длинный коготь, похожий на клык. А сейчас очень понятное изображение корневой системы растения. И глядя на изображение растения, вы уже догадались, как можно перевести название «оп-бов-бу». Еще раз смотрите на экран. И разберем сочетание «оп» – пояс, «бов» – бок о бок, «бу» – полость. Правильно. Вот и современное изображение предмета. Да, это бусы. При разборке таких изображений, прежде всего, нужно понимать, что язык манускрипта Войнича – это простой язык, но только древний. Поэтому любое слово, которое там написано, оно имеет современный перевод. Еще один пример. Сал-бам. Все примеры специально подобраны таким образом, чтобы человек понял,
что какие-то смысловые сочетания известны нам и сейчас, и что язык манускрипта Войнича не так уж сложен, как говорят об этом различные исследователи. Сочетание сал, кожа. Кстати, до сих пор у нас есть такое слово, как сальные железы, то есть кожные. Итак, сал, кожа. Бам, стрела. А теперь еще раз изображение на странице 88В. В данном случае есть такие корни растений, похожие на жилы. Не только внешние, но и по прочному строению, как жилы. Вот это как раз тот случай. Вот еще один пример. Бав и робу. Даже наглядно видно, что растения похожи на какие-то растопыренные когти. Бав – коготь, это мы уже знаем. Еро – растущие. Бу – пустота. Растопыренные когти. А теперь я обращаю ваше внимание, что вы уже сами можете переводить название органов растений. И, как говорится, домашнее задание. Вот изображение корневой системы. Читается БАВ-АВ, страница 99Р манускрипта Войнича. Итак, БАВ – это АВ – это и получается перевод данного названия. Думаю, вы справитесь с этим заданием и сможете перевести название данного органа растений. А мы движемся дальше. Страница 99В манускрипта Войнича. И название. Ба-и-ие-ене. Специально привожу этот пример, так как в начальных сериях я рассказывал немного о языке коми. И вот в данном названии как раз есть сочетание, которое имеет один и тот же смысл как в языке манускрипта Войнича, так и в языке коми. Это сочетание иене, которое обозначает нога, женская. Сочетание ба и е – это жир. Перевод. Жирная нога женская. Ну а в простонародье просто ляжки. А теперь смотрите на экран. Ну вот, с каждым разом вы все больше и больше становитесь специалистом по переводу языка манускрипта Войнича. А теперь, дорогие друзья, маленький эксперимент. Вот, смотрите, беру обычный простой лист бумаги, начинаю его немножко сворачивать, вот на ваших глазах, и делаю вот так. Вот, смотрите. Вот. Вот. У нас получается, ну, скажем так, сверток. Вот, внимательно смотрите, вот сверток. Вот мы свернули лист бумаги. А теперь посмотрите на экран. Изображение органа растений на экране 102R. Название О-Ку-Бу. На что похоже? На сверток. И сочетание О-Ко переводится как сворачивание, скрутка, Бу – пустой. И получается пустая скрутка или сверток. Теперь что получается? Получается, что вы можете переводить язык манускрипта Войнича. Получается переводить? Получается. Для закрепления материала по переводу вот такой рисунок. Смотрите на экран. Обозначение направленности линий в языке манускрипта Войнича. Лайен – прямая линия. Ру – рустация. Это изгибающаяся линия. И опо – линия, идущая по окружности. И еще одно понятие – лу, которое обозначает вектор или прямое направление. Как бы то ни было, это все пригодится для перевода языка манускрипта Войнича. Итак, продолжая тему перевода названий органов растений, мне бы хотелось обратить ваше внимание, что из 180 подписанных органов растений – я думаю, что вам в дальнейшем можно будет перевести довольно-таки приличное количество названий. Мне, например, удалось перевести 60% данных названий. Много это или мало, решайте сами. Кстати, вот перед вами рукопись.